какие темы беседуете? У вас просто микрофон крутой. Я думаю, ну, канал у вас есть? Нет. Ну, окей. На какие темы беседуете? На любые. Ну, прям так на любые. Я, например, беседую об ингибировании в гомогенных и гетерогенных средах. Вряд ли же будет. А я гематоген кушаю. Молодец. Какие интересные есть. Есть вопросы, нет? Нету. Почему учу? Это слайд-шоу идет, я же спиной сижу. Так, для зрителей. А вы стримите, нет? Нет, не, мы не стримим. Ну, понятно. На какие темы беседуете? Это просто сидим, как пойдет. Как пойдет. А где, а где живете? В Подольске. Понятно. Какой самый большой город в Московской области, знаете? Москва. Москва нет такого города Москва в Московской области. А, Московская. Ну, сейчас Балашиха, а то 12-го года, лет 100, был Подольск самым крупным городом. Вообще. Ну и недавно приехал. Откуда приехал? С Мариуполя приехал. А. Ну понятно. А вы стримите куда-то? Ну, сейчас нет, не стримлю. Так, пару летки хожу, может, что-нибудь под запись поймаю. А вы где, в Ютубе? В Ютубе, да. А как у вас канал называется? Ну, сейчас напишу. Называется... Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Может, я помог ей-то стена? А, стена. Может, вопросы интересные есть? Мальчик-то нет. Ну, нет, так ладно. Алло. Говорите. Хочу. О чем вы обычно общаетесь? Вопрос. А вы откуда? Мама. Я с Киева. Я вижу, что вы из Киева, а я из Харькова. Да, извините, вы при чем здесь? А я хочу пообщаться. Алло? Общайтесь, я вас слушаю. Алло? Вы откуда? Вы что, не слышите? Я вам сказал, я из Харькова. Подождите, а я с вами говорю? И сидит женщина. Вы из Киева, а я из Харькова. Есть у вас вопросы какие-нибудь? А я хочу пообщаться с вами или с ней. С ней вы общаетесь в другом диалоге. Сейчас вы общаетесь со мной. Есть у вас вопросы? Женщина, а я хочу с вами поговорить. Алло. Говорите, я вас слушаю. А я хочу поговорить с женщиной. Потом найдете женщину и поговорите. Сейчас вы говорите со мной. Есть у вас вопросы интересные или нет? Слушай, Дэвил, я хочу поговорить с женщиной и с тобой. Вот же Степ... Ты понимаешь это, нет? Вот же Степовка киевская, ничего. Что это у вас за презентация? А, слайд-шоу просто. Слайд-шоу. У вас микрофон крутой. Ну, у вас вроде тоже, судя по качеству звука. Вы стример, блогер или геймер? Нет, музыкант. Ага. Играете в прямом эфире? Нет, пишу музыку. А, композитор, значит? Получается так. Понятно. А слова не пишете? А слова у меня друг пишет. Я так аккомпанемент делаю, пишу. Понятно. Ну, молодец. И вы публикуете где-нибудь? Ну, кроме как в интернете.
Ну, в интернете. Диски выпускаете? Ну, сейчас диски, наверное, не модно? Или... Не, уже только в интернете. Только в интернете. Ну, вот, раньше диски было, вот, лет 10 назад еще. Если хорошо раскупается, это доход. А сейчас диски вроде уже не покупают. Что вместо дисков идет? Ну, сейчас такое, ничего. Физического. Может, концерты даете вживую? Ну, как концерты в своем городе даем. Там нас знают хотя бы, там приходят люди. Ну, вы в Минске или в каком-нибудь пригороде живете? Ну, так, в городке. А, понятно. А в рулетке тоже на музыку беседуете или иные у вас есть темы? Да так, на все, на все темы. А. Из классического рока что уважаете? Ну, там и рок 80-х, скажем так, 70-х. Классического рока. Что-то у вас микрофон стал похуже. Еще раз повторите. Я бы сказал, что Queen, но Queen так, не особо рок. Ну, почему? Queen — это рок. Я вот Deep Purple уважаю, например. Верно зряжили люди Дикенхама, их надо было брозгать до плетьми. О чем беседуете в рулетке? Может, вопросы интересные есть? Вопросов нет. А есть зачем? Ответы. А, ответы? Отвечайте, если есть. Задавайте. Как относитесь к децентрализации в Украине, которую Порох начал в 2015 году? Отрицательно. Почему? Ну, потому что это Порох. Не, ну смотри. А вы за кого? За Зелю? Нет. А за кого? Да я уже даже не знаю, за кого тут можно. Я вот, например, за Кушнарева был. Евгения Петровича, слышали такого? Кого? Кушнарев. Зам Януковича по партии регионов. Убили его в 2007 году. Я помню, да, был такой. Ну вот. Понятно. А видишь, ответы. Ну ладно, хорошо, ну. То, что отрицательно с твоей стороны, логично. Ты же с Киева, да? Нет. А откуда? Чернигова. А, с Чернигова, а написано Киев. Ну, понятно. Ну, ладно. У тебя, может, какие вопросы появились? А вы откуда? Торонто, слышал? Как, Торонто? Да. Ну, это Канада или? Канада, правильно, молодец. Все-таки... При советах учился, видно, что тебе географии научили. Ну да. Молодец. Если... Вопросы есть интересные? А что это за плакат такой? Плакат выборов 2005 года. А что он у тебя делает в хате? Или это проекция какая-то? Проектор. Ну да, да. Я просто приостановил, человек интересовался. Вот сейчас продолжение тебе поставлю. Ну вот здесь нормальное продолжение. Соображаю. Так а у тебя хохлядский микрофон. Блять. Ну ты крут. Блять, спасибо. Ты признал нас, чувак. Ты признал ХНР. Ну. Ты сделал это. Ты первый человек. А почему? Я признавал ХНР, когда оно было в 2014 году. Почему нет? Так и сейчас существует. Ну пока нет, но скоро будет. А, ты ХНР, да? Ну, я в Харькове, пока нет ХНР. Но я против названия Н. Народная — это совковость. Просто Харьковская республика будет. Или Слобожанщина. Или Слобожанщина, ну, тоже, будет. Да. Или Слобожанщина будет называться. Это, конечно, круто.
Блять, я не ожидал такого. Я уже думал, не встречу таких людей. А ты-то какое отношение к Харькову имеешь? Ты же в Киевской области. Нет. Что, в Харькове? Да. Ну, и... География Харькова. География Харькова хорошо знаешь? Да хуёво, я, блядь, в поселке живу, в Высоком. А, в Высоком? Ну, вообще так, такой тебе простой вопрос. Харьков, Левада, около какой станции метро находишься? В душе не ебу, я там никогда не был. Ну, я понял, из Высока. В Высоком же база металлиста была, если не ошибаюсь, в свое время. Раньше, сейчас не знаю. Ну, сейчас есть, блядь. Ну, сейчас-то металлист обанкротился, новый металлист, может, тоже есть. Я там бывал. Ну, базочка-то есть. Я в 80-х был председателем Московского общества болельщиков металлиста, я на этой базе бывал, меня игроки знали, команда. Ладно, есть у тебя вообще вопрос? Да, в принципе, вопросов больше нету. А что за свинка сзади? Где свинка? Ну, вот эта свинка на проекции. Вот это что ли? Да, да, да. Это император Александр II. А нахуй нужен? Ну как, если... Ты должен соображать, что именно во время правления Александра II Харьков достиг максимального роста как город, так и в цивилизационном плане. Именно ну в... а нахуя в прошлом жить? Ну, уважение нужно иметь к прошлому. Вот что. Да, это было давно. Так-то да. Надо сейчас строить. Новое. Ну сейчас пока война и идет. Пока Украина не расколется, новое не построишь. Должна быть фрагментация Украины, потом строить новую державу. Скоро расколется, нахуй. Ну я тоже, соображаешь. Недолго музыка играла. Недолго пора я танцевал. Доброго. Кислотность у вас большая, язык белый. Как у вас дела? Ну, как вам сказать, одно закрыл за отсутствием состава, другое за отсутствием событий, остальные подшиваются, а у вас? Красавчик, батя, ебать. Ну, мы сами, нахуй. Понятно. Ну, ладно, у тебя есть вопросы по существу? Какие-нибудь интересные? Да, честно, по существу сейчас ругаться начнем, нахуй. Зачем? Чего тебе с тобой ругаться, с какой стати? Блять, а шо? Я с Одессы, я с Украины. А написано с Тернополя. А вы из Витки? А я из Торонто, слышал. Торонто? Конечно. Ну, молодец, что слышал. Даже песня-то, если это реально из Одессы, то песня такая была в 90-х. Одесса, не Торонто. Группа когда пошел. Кенты и менты. Ну, рассказывай. Я тебя перебил, да. Что про Торонто ты хотел сказать? Про Торонто? Говорю, семья там, как я не могу знать про Торонто? А, семья у тебя в Торонто? Да. А сам-то чем? Отправил тогда, когда у нас тут началось движение. А, ну ты выиграл билет, что ли, бесплатный? Там конкурс был, лотерейный билет, она бесплатная. Или ты за деньги отправлял? Да не, батя, я всю дорогу работаю и живу за свой счет. Ну, молодец. Не, ну просто я знаю, что был конкурс, типа как грин-карта, только побольше было этих вакансий. Ну, такая, знаете, я в эту хуйню не верю, извините меня за выражение. Я тебя понял. Ну, хорошо, ладно. Понял тебя. Ладно, успехов тогда твоей семье, тебе тоже. Если нет вопросов, спасибо. Всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяешь. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один Соединенные Штаты Федерации. Соединенные Штаты Америки.
Ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский это какой, чей отвечает? Они ж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Не надо испытывать наше терпение. На любой выход. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Нашись силой темною.